В Марфомариинской обители Салаватской епархии отметили День села. Святая обитель находится в местечке под названием Ира. Туда и приехали многочисленные гости и паломники. Торжественное богослужение в храме возглавил епископ Салаватский Кумертауский Николай. Женский монастырь в пригороде Кумертау основан в начале 20 века. В состав обители входит Покровский храм, построенный в 1909-1914 годах на средства московского фабриканта Павла Николаевича Сусоколова, который приезжал на Кумы с лечения от астмы в село Ира, и его своячницы Софии. Посетил святое место и епископ Николай. По случаю дня села Ира и также будет совершена заупокойная лития по всех православных, усопших жителях села Ира. Также к дню села приурочено открытие и освящение построенной монастырской библиотеки, которую могут прийти каждый желающий. Первая церковь в селе с девичьим названием Ира, освященная в честь покрова Пресвятой Богородицы, была деревянная. После пожара возвели каменный храм. В день села за богослужением здесь молились депутаты Государственной Думы и представители администрации. По окончании богослужения архипастырь обратился к присутствующим с проповедью. Я хотел бы всем вам, дорогие мои, пожелать это крепкого здоровья, помощи Божьей. В ваших благих делах, начинания ваших планов. А селу Ире процветание и укрепление и сохранение тех трудов, которые приумножили и прошедшее поколение. Затем владыка совершил открытие и освящение библиотеки, которая будет располагаться в Марфомариинском женском монастыре. После епископ Салаватский и Кумертауский Николай принял участие в торжествах, посвященных Дню села Ира.